Ну вот это мне пригодится. Сюда, придурок! Собачился я в этом деле. Все, нашел. Там есть что нормальное?
Опа! Вроде как все есть. Был когда-то профессиональным спортсменом. Что у меня? Так, дай-ка я вскрою. Блин, надо оторвать задницу от кресла и пойти в качалку.
знаете, я раньше на маяке работал, до того, как весь этот бардак начался. Храни вас Бог, ваш. Если вы принесете мне консервов, я могу наготовить вам вкусных и здоровых блюд. Если это все выйдет за пределы... Островов, конец всему. Всему. Если вы принесете мне консервов, я могу наготовить вам вкусных и здоровых блюд. Если принесете мне... Ну еще бы. Дайте знать, если вам понадобится помощь. Вы с Харди друг друга? Попробую. Слава Богу, вы теперь с нами. Столько наших уже погибло. Собираетесь в Халай за лодкой? Будем надеяться, муссон не смыл пристань. Иначе придется нам сидеть тут. Зараза. Опять за... На острове. Меня вообще не должно здесь быть. Говорят, Харлоу отправила вас в Халай на поиски лодки. Ugh!
что полезное? Что полезно? Thank you.
Вот ведь бедняги. Они всего-то хотели немного расслабиться. Не лезь ко мне! Thank you.
Да! Слава богу, вы с нами. Блин, я крут. Слава богу. Вы теперь с нами. Столько наших уже погибло. Интересно, насколько далеко распространился вирус? Что, если во всем мире никого не осталось? Если ну... Нужно какую аппаратуру починить? Обращайтесь. И снова сидим. Скорее на суше. Гард, а у меня ведь новый сингл должен был выйти. Теперь нужно и Ah!
Стоять смирно! Черт, рискнем заглянуть. Лежать смирно. Thank you.
Может, что-нибудь пригодится. Там. Уходите отсюда! Вы привлекаете их внимание! Мне нужна лодка. Можно договориться по-хорошему или по-плохому. Решать вам. Нет у нас лодок. Уходите! Да ладно вам, у вас этих лодок хоть жопой жуй, а мне нужна всего одна. Лодок больше нет. Господи боже! Как думаете, почему мы до сих пор здесь? Все, кто мог уплыть, уже уплыли. Что за хрень такая? Не может быть, чтобы на острове не осталось ни одной лодки. Может, на пристани еще остались, но ее захватили. Все, кто там был, погибли. Есть? Харлоу, не осталось ни одной сраной лодки, все свалили. Черт, что теперь? Местный мне помочь не смог, но он сказал, что до Хендерсона есть дорога. Правда, придется пересечь лагуну. Я направляюсь туда. Ладно, удачи. Ведь был когда-то профессиональным спортсменом. Что меня? Я в этом деле.
Блин, надо оторвать задницу от кресла и пойти в качалку. Сегодня денек, да? А, тебе деньжата не нужны? Понятно, о чем я говорю. Беленький, такой белый порошок. Но этот, который по ноздре пускают. Притащи мне пару пакетиков, а я тебе отвалю все бабло, какое у меня с собой есть. Договорились. Ah!